этаж. А когда мне было 16 лет, я к этому моменту закончила 8 классов, и мама моя мудрая спросила у меня, поскольку я закончила хорошо 8 классов, она говорит: что ты хочешь, золотые сережки или поедем в Эрмитаж? Естественно, я сказала: поедем в Эрмитаж. И оказалась права. Вот то впечатление, которое создали для меня девочки совсем, вот эти Мадонны девочки, потому что они по возрасту такие же точно, какой я была в тот момент, когда я впервые в жизни их увидела. Для меня это потрясение и представление о том, что такое красота. Это картины Леонардо да Винчи, Мадонна Лита и следующая — Мадонна Бенуа. Изумительной красоты работы. Они стоят сейчас в отдельном зале, и на них просто хочется молиться. Ну, мы о Леонардо должны говорить отдельно, потому что если меня не остановить, я про Леонардо могу разговаривать сутками. Дальше. Это Рембрандт Данае. Изумительно в этой картине то, вот то, что всегда просто заставляет тебя так в некотором быть недоумении, что Данае, царевна, которая, согласно легенде, жила в башне из слоновой кости, ее запер отец, потому что ему Сивилла сказала, что она родит сына, и этот сын займет его место. И для того, чтобы не произошло такое, для того, чтобы Данае никогда в жизни ни с кем не встретилась и никого не полюбила, отец заточил ее в башню слоновой кости. Но ее увидел Зевс, и он к ней проник через окно в виде золотого дождя. Кто только из великих художников не изображал Данае. Ну, например, Тициан. Эта картина есть в Венском музее изобразительных искусств. Я вам хочу сказать, что я очень люблю Тициана. Я его обожествляю. Но он буквальный человек, как все венецианцы. В виде золотого дождя, будьте любезны, осыпали Данаю монетами золотыми. Вот Данае до такой степени осыпана монетами, что даже с подносом стоит служанка Данае и собирает золотые монеты. Но сыпется, не пропадать же. Оно же должно быть все собрано. Денежка к денежке. И это и смешно, и наивно, и лукаво, и замечательно. У Рембрандта все по-другому. Рембрандт — последователь Караваджо. И для него очень важно история света и тени. И вот если вы смотрите на Данаю, то она вся золотая. Она в живой картине, такое ощущение, что она золотом написана. И фигура у нее вовсе не как у Адали Скиэнгра. Фигура рожавшей женщины. Она вовсе не девушка, в которую влюбился Зевс, плененный ее красотой. Она взрослая женщина, которая уже была матерью. То есть с точки зрения Рембрандта красота не столько в молодости, сколько красота в том, кого ты любишь. Вот это удивительная мысль, которая Рембрандтом доводится до общего сознания, что совершенно не обязательно быть 60-90-60, а может быть вот Данае, женщина, которая уже, ну, скажем так, не первая молодость, и все равно хорошо. И, наконец, одна из величайших картин в истории мирового искусства – «Возвращение блудного сына». Я когда-то рассказывала, может быть, вы помните, тем, кто ходил на Босха ко мне. Босх, блудный сын Босха и блудный сын Рембрандта. Вот у Босха, с точки зрения Иеронима Босха, нет света в конце туннеля. То есть блудный сын возвращается домой или уходит из дому, непонятно.
где все разорено, где все и сам он. Это, ну, уже не люди, это уже что-то другое. Это уже ощущение того, что нет будущего у этих людей. Рембрандт, другой художник, вот у него вернулся к отцу младший сын. Все ноги его, когда видишь живую картину, эти избитые ноги истоптаны. Это одеяние у него такое, ну сейчас бы сказали, бомжатское. Это бритая голова уголовника. То есть после каторги, после тюрьмы, после болезни, после всего возвращается блудный сын, который вернулся к отцу. Я расскажу легенду, чтобы было понятно. Отец, богатый отец, решил, не дожидаясь своей смерти, пока он жив, здоров, и пока он, как говорится, в светлом уме, разделить все накопленное свое богатство между своими двумя сыновьями. Старшему он отдал половину своего богатства и сказал: если ты не возражаешь, я буду жить с тобой, чтобы за то, что я вот при жизни поделился с тобой богатством, ты досмотрел меня в старости. И так оно и было. А младшему та часть денег, вторая часть, но поровну, 50 на 50, он разделил свое все имущество. Он сказал: делай с деньгами, что ты считаешь нужным, хочешь — пусти в дело, хочешь — посмотри в мир. Он отправился во все тяжкие. Он с негодными женщинами проводил время. Он пил, гулял, он истрепался, он побывал в тюрьме, он совершил преступление. То есть он потерял лицо человеческое. И несмотря на это, он все-таки вернулся в отчий дом. И отец, которого мы видим в картине Рембрандта, к моменту возвращения этого младшего сына уже ослеп, он его не может увидеть. Он слепой старик. И он его как бы, вот когда смотришь живую картину, он его как будто на ощупь пытается узнать, вот прикасаться к тем кусочкам, как бы фрагментам своего бывшего маленького мальчика, который ушел, ну да, пускай не мальчик, юноша, ушел от него. Вот через это рубище узнать какие-то знакомые косточки, какие-то знакомые телесные фрагменты, которые он как отец только руками может почувствовать, потому что он ослеп. И его лицо озаряет такая улыбка счастья, что вот он думал, что он сына потерял навсегда, а все-таки сын вернулся. И он не умрет до тех пор, пока вот ему казалось, что он умрет и сына своего не увидит. Нет, не умрет. Он все-таки увидел младшего сына, пускай руками, пускай не глазами. И в этой картине есть еще второй смысл, который просто комок в горле. Это старший сын, то есть освещены два фрагменты этой картины. Отец и спина, и затылок вот этого падшего, скажем так, ребенка. И старший сын, когда смотришь на живую картину, вот такими буквами возникает в голове вопрос: папа, а я? Ты любишь, ты ласкаешь, ты плачешь от счастья, что пришел вот этот негодный, который пропил, промотал все твое наследство, все твои деньги. А я? Я умножил твое богатство, я досмотрел тебя в старости. Почему ты меня так не любишь? Да? И просто нет ответа на этот вопрос. То есть ты можешь смотреть на эту картину и захлебываться от слез, потому что это абсолютно картина про человеческую жизнь. И мы с вами таких историй, каждый из нас знает какие-то похожие истории. Как будто про каждого из нас написано. Дальше.
Ну, это один из лучших портретов мировой живописи. У нас, к сожалению, уже совсем мало времени. Портрет – это отдельная тема в искусстве. Это английский портрет, тоже эрмитажная работа, один из лучших в мировой живописи портрет Томаса Гейнсборо. Дальше. Роден. Вечная любовь. Роден – это импрессионизм в скульптуре. Дальше. Танец. Эта картина была написана для Сергея Ивановича Щукина, и она попала в Эрмитаж. Этих картин две. Одна в Америке, другая в Эрмитаже. И вот ощущение этого танца, этого движения совершенно сумасшедшее, когда смотришь на эту картину. Я закончила, как ни странно, вовремя рассказ о великих музеях гения. Вы побывали в Лувре, в Д'Орсе, в Оранжери и в Эрмитаже. Вот если вам случится попасть в эти музеи, вы уже знаете, какие произведения надо посмотреть непременно. Все остальное хорошо, но эти произведения нельзя пропустить ни в коем случае. Вопросы?